Разбивая стены естественными нашими силами, это довольно сложно, но это возможно. Если 40 ударов сделать по стене, большим молотом она рухнет. Мы прилагаем наши усилия для молитвы, и это хорошо. Мы видим результаты. Но вы знаете, у меня есть лучший способ. Мы говорим о современности, и вот у нас есть другой инструмент, которая делает намного быстрее работу. Нам нужно его держать, нам нужны силы. Но что интересно, в этом проводе есть электричество, которое напоминает мне Дух Святой. Сила, которая превращает этот механизм в отбойную силу. Нам нужно исполняться Духом Святым. Писание говорит о том, чтобы мы исполнялись Духом Святым и говорили наши нужды перед Богом. Ибо мы тайны говорим Господу. И это похоже как на этот инструмент, который разбивает стены быстрее, чем молот и зубило. Это ваш выбор сегодня. Своими силами, либо надеющийся на Господа и посвятиться, исполнится Духом Святым и будет наполнен им. И эта молитва будет сильнее.